Свой профессиональный праздник социальные работники Ленинского района всегда встречают тепло. Еще бы, в календаре он находится на очень символичном месте – между Новым годом и православным Рождеством, когда каждый верит и ждет чуда. Именно чудо своими руками и создают социальные работники центра. Ведь на их плечи ложится непростая миссия – помочь человеку, стать для него другом, научить жить и смотреть на мир по-новому. Вы показываете свой профессионализм. И второе, не менее важно, вы стремитесь и развиваться, и двигаться вперед. Я не знаю, вот здесь у нас представители комитета по труду, но я думаю, что территориальный центр Ленинского района в разрезе области, ну еще с Московским районом, да, мы, они у нас лучшие. 2016 год для территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района получился насыщенным. И сделано действительно немало. Усовершенствован перечень услуг, увеличился охват населения комплексным обслуживанием. Расширился не только коллектив самого учреждения, но и семья слушателей, которые посещают образовательные занятия. Пополнился и спектр услуг для одиноких пожилых людей. Очень хорошо налажено теперь взаимодействие и с больницами, и с поликлиниками. К нам обращаются и врачи, и терапевты участковые, которые непосредственно нам сообщают информацию о гражданах, которым нужна помощь. И мы сразу же выезжаем к этому человеку, составляем документы и начинаем оказывать помощь. В торжественной обстановке лучшие специалисты были награждены памятными дипломами и благодарностями от руководства города и района. Кроме того, во время мероприятия была названа пятерка лучших сотрудников по итогам 2016 года. Да, подведение итогов – это определяющее мероприятие. Оно помогает наметить цели и задачи для дальнейшей работы. Однако для этих милых и отзывчивых женщин награды не главное. Их деятельностью движет любовь. Любовь к тем, с кем они работают, и, конечно же, к своему делу. Я работала в 90-е годы еще со своим работником. И по истечении я вернулась опять вот сюда. Вот по зову, честно говоря, мне очень нравится своим работать. К нам приходят люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. И тут нужно понять их не только как специалист, а по-человечески. И, конечно, это является главной стратегией решения проблем.